Привет, друзья! В данном видеоуроке поговорим на тему топ-200 сайтов для заработка в интернете. И это уже четвертая часть. В общем, здесь была первая, была вторая, была третья. Я рассказывал много о чем, о заработке криптовалюты, о заработке в социальных сетях, на кликах, на играх и так далее. Сейчас мы будем разговаривать о приложениях для заработка денег. Если вы нашли это видео на YouTube, то ссылочка будет под этим видео в описании. В общем, что вам нужно знать о заработке на приложениях? Во-первых, у вас должен быть смартфон. Во-вторых, все. Вам нужно просто скачать себе приложение. Заходите в Play Market. Кстати, VK Target, самый какой, да, вот известный сайт для заработка в социальных сетях. То есть там нужно вступать в группы, ставить лайки, добавлять друзей и так далее. Они выпустили приложение свое, то есть в Play Market зашли, скачали. Все, выполняете задания, едете где-то в маршрутке, делаете эти задания, где-то идете, делаете, кого-то ждете, делаете, неважно, где вы это будете делать. Суть в том, что вы в любом месте сможете зарабатывать в ВК Таргет. Рукапча, я сюда ее, конечно, отнес, данный сайт не имеет приложения, но есть мобильная версия. То есть там все удобненько, можно вводить капчу с телефона, классно все, удобненько. Делаете это, вводите капчу за капчей. Да, работа такая, конечно, скажем так, не то что тяжелая, а такая нудная. Вот, нужно прям усидчивость иметь. Но, знаете, когда вы там едете где-то в транспорте или там, ну, в метро, да, у вас есть время на это. Вы можете просто вместо того, чтобы полистать какие-то новости непонятные, которые вам вообще не нужны, захламляют ваш мозг, что-то сделать полезное для себя, заработать себе на пополнение счета и так далее. Колоти бабло то же самое, есть приложение. Глобус то же самое, здесь вы будете зарабатывать на рекламке, у вас будет рекламка всплывать в вашем смартфоне. То есть и все, на этом, за это вам будут платить деньги. То есть вот такое вот приложение. Отсюда уже которые пошли, Апцент, Аббонус, Pay for install. Здесь вам будут платить за то, что вы будете скачивать другие приложения. То есть это такие задания своего рода. Вы скачали приложение, оно у вас побыло там 2-3 дня. Потом вы можете удалять его, потому что вам как бы заплатили деньги. Сразу не вздумайте удалять эти приложения, потому что вас или там забанят, или просто эти деньги заберут обратно и просто вам не заплатят. Вот. Ну, в общем, такие вот приложения, я не могу сейчас показать, как на них зарабатывать, но я думаю, вы с этим разберетесь, ничего сложного нет. Всем советую VK Target, реально крутой сайт, круто можно подзаработать. Так, далее, заработок на партнерках. Заработок на партнерках — это мой любимый заработок, это реально круто. Вот, есть BestChange, Курс Эксперт, 60 сек, Credit for Me, Workzilla и Payer. Вот здесь о каждом я расписал. По чуть-чуть так, что каждый себя представляет. BestChange — мониторинг обменников. Ваша задача — приглашать людей, которые будут обменивать деньги. Платит 5 центов за одного приглашенного человека. То есть давайте перейдем на BestChange и посмотрим, что здесь. Здесь нам нужно нажать партнеров. Вам нужно зарегистрироваться. Мне нужно авторизоваться. Я авторизовываюсь и смотрим, что здесь как работает. Вот, я уже здесь заработал 4,5 почти тысячи долларов. И, в общем, суть в чем, что вам нужно приглашать сюда не рефералов, а просто посетителей. Вот ваша реферальная ссылка, вы ее копируете. Ну, это точнее моя, у вас будет своя. И вот мониторинг обменников. Здесь вот все можно обменять. Любую криптовалюту на любую криптовалюту. Криптовалюту вывести на любую банковскую карту, на любой электронный кошелек. Также электронные кошельки все можно обменять на любые банковские карты и так далее. И наоборот, и как хотите вообще, все что угодно здесь можно менять. Это вы все рассказываете людям, неважно где. У вас какое-то сообщество, стена там ВКонтакте, в Фейсбуке, где угодно. У вас YouTube канал, сайт свой и так далее. Неважно, что у вас есть, где вы это будете рассказывать. Суть в том, что когда люди перейдут по вашей ссылке обменивать деньги, вам будут за это платить.
5 центов за одного человека. Это, ну, неплохо, мне кажется. Итак, ну, в принципе, здесь понятно. Курс эксперт, тоже самое, идентичный сайт BaseChange. 60 сек, здесь вам будет платить за конкретно не приглашенного человека, а за человека, который именно уже обменял деньги, и с его суммы будет платить какой-то процент, я не помню там, ну, какой-то небольшой процент. То есть обменял он там 1000 рублей, вам, допустим, за это заплатили там 50 рублей. Вот, обменял он там, ну, поняли суть, да, там 200 тысяч рублей, вам уже, естественно, прилипла кругленькая сумма. Вот, кредит FAMI, здесь люди могут взять кредит, а вы на этом заработать свой процент. То есть здесь люди берут деньги в кредит. То есть на этом сайте реально можно взять кредит. Я вот не помню, там, по-моему, только на WebMoney. Вот, да, только на WebMoney кошелек, вы берете кредит и... Точнее, не вы, а вы приглашаете людей, чтобы они брали... Ну, знаете, много людей нуждаются в кредите. Это ваш шанс заработать. WorkZilla – это биржа фриланса. Вот, и здесь очень выгодная партнерка. То есть, здесь люди зарабатывают на всем, чем угодно, абсолютно. Кто что умеет, то есть вы приглашаете зарабатывать на фрилансе с WorkZilla. Вот здесь вы заходите, регистрируетесь и вот нажимаете кнопочку «Партнер». Там вы копируете ссылочку и приглашаете людей, чтобы они здесь... Здесь есть и задания обычные, вот, и здесь много чего, короче, есть. И люди зарабатывают на этом. И последнее — это Payr. Payr, наверное, никто не знает, что здесь есть партнерская программа у этого кошелька, но она есть, вы приглашаете людей, чтобы они просто зарегистрировались в данном кошельке. Во-первых, этот кошелек очень крутой. Поэтому в нем я советую всем регистрироваться. Там и есть и криптовалюта, и рубли, и доллары, и так далее. Вот, и... В общем, когда вы приглашаете людей сюда, они регистрируются по вашей ссылке, вы будете получать деньги за любые их махинации с деньгами. То есть они там перевели между собой, там, с криптовалюты на рубли на бирже, вы получили какой-то процент. Они вывели на карту себе, вы получили какой-то процент и так далее. То есть вы за это все получаете процент от них. Так, ну, в принципе, с этим понятно. В общем, далее написание статей за деньги. Это я уже буду рассказывать в следующем видео. И как зарабатывать на фрилансе. Вот, и опросы за деньги, здесь еще и заработок на отзывах, блин, тут еще очень-очень много всего. Так, на этом у меня все, ребята. Это была четвертая часть заработка денег, топ-200 сайтов. Смотрим дальше, на этом все. Удачи вам, больших вам заработков, вот таких вот здоровенных заработков. Пока.